Всем доброго дня! Это компания «Два медведя». Сегодня мы в кооперативе «Автомобилист 86». Буквально недавно закончили монтаж на фундаменте заказчика бани 7х3,30 и террасы 6х2,70. Сейчас снимем обзор и подробнее покажем вам детали проекта. Террасу заказчик в дальнейшем планирует зашить мягкими окнами. Планировка помещения простая. Это двухсекционная баня с большой жилой комнатой 3 метра шириной и парное помещение с полками, печкой и двойным полом, выведенным в слив. Данная планировка заказчиком выбрана по причине того, что на участке отсутствует жилое помещение, где можно расположиться, а также помещение, где можно помыться. Узнать стоимость данного проекта вы можете, написав сообщение в нашей группе или позвонив по нашему телефону у наших специалистов отдела продаж. Приходите к нам, мы будем рады вам помочь. Всего доброго!